Итак, всем добрый день. Сегодня мы находимся на Сокольском пляже. Похолодало немного. Температура воздуха плюс 35 на солнышке. В тени 25 где-то, плюс-минус. Вода плюс 14. Да, вот такая водичка. Скоро начнем купаться. Ну и еще рано. Еще рано вот. Там рыбаки два сидят. Видите, тут никого нет. Трава уже как летом, как будто. Блин, вот. Вроде бы недавно было. Весна. Сейчас уже лето вовсю. Да, то есть купил билеты. Вчера на море, да, что можете мне подать, я тут не еду на море. Ну и мы пройдем вдоль, наверное, туда куда-нибудь пройдем. Погуляем, посмотрим, что тут творится. В принципе, там дальше что-то, наверное, рыбаки будут. Потому что двое туда ушло. Ушло я видел, ну, знаю. День там, что они там ловят. Ну и все, тут ничего не убирали, в принципе. Плягко у нас не чистит. К маю месяцу, то есть к 1 июня должно быть все готово быть. Пляжный сезон 1 июня. Ну, мы, наверное, начнем уже раньше купаться. Хотя я уже так обмочился, помочился, типа облился даже. Ну, да. Вот. Но вода холодная все равно. Два рыбака сидят. Не знаю, гадо. Мы тоже пойдем на рыбалочку. Посмотрим по погоде. Да, уже лето прям. И не скажешь, что это было месяц назад. В принципе. Месяц назад тут была еще зима. Снег лежал. Ну, плюс-минус. Да, только погода, конечно, не рыбалка, но ветер сильный. Рыбалка, я сказал бы, не очень так. Уж. Сегодня классная погода. Да, прям лето какое-то. Но на шоу-ноке плюс 35, ребят. Где-то. Ну, плюс 3 точно есть. Хотя градусник у меня с собой был. Там было показано 31 градус. Но мне кажется, на солнышке больше, чем 31. А так, если так подумать, то 25 где-то точно есть. Да, прям красота на улице. Еще жары не хватает, и вообще было, наверное, один из самых шикарных дней. Да, впереди у нас выходные, 4 дня. Сегодня, кстати, суббота, а рабочий день был. Решил тут погулять немного сюда, потому что уже хочется отдохнуть нормально. Ну да, там рыбаки вон там сидят. Мы, наверное, сейчас дойдем до них и обратно пойдем. Говорим, мы спросим, как рыбалка. Ловится ли рыба или нет. Хотя тут течение сильное. Не знаю. Я тут рыбачу. Для другом. Вот. Ух ты, дерево как повалило, дерево. Хорошо там прям обвалилось. Вон там рыбаки сидят, смотрим. И вот тут тоже. Ну вот это шикарное место. Для рыбалки бы было бы неплохо.
Ну да, тут для рыбалки прям самое то. Хотя еще вон там сидит мужик. Прям красота. Короче, мне вон там мужик один сидит. И тут вот идеальное место для рыбалки, в принципе. Воды, конечно, еще много. Рыбалилось. Не знаю. Нет, течение сильное, как бы. Тут надо кормушка не в принципе. Тяжелые должны быть. Ну, либо на спиннинг порыбать. Хочу все-таки сидеть на своем месте, где я в прошлом году очень ловил щук. Вот туда хочу съездить, как бы. Там уже, наверное, я думаю, что можно пройти. Прям такая красота. Да, и не кайф, ребят, что месяц назад было. Еще снег лежал вовсю. Капец. Весны и не было, можно сказать. Все зеленое, ну все прям. И березки зеленые, блин, вообще жесть просто. Какое-то паутина, да. Фу, блин. Паутина вовсю летает, земляника. Тут я смотрю, есть даже. Она еще не светит, хотя, но с техком там сила. Уже земляника. Кстати, вот оно. Их кто не знает. Да, земляники тут полно, я смотрю. То. Или мой это не земляника. О, скоро вообще нет, ребят, опять ягоды эти. Капец. Так и отпуск недалеко. А по сути тут отпуска осталось 3 месяца. И можно сказать, я на море в этом году. Так и поеду на 12 дней. Вот. Но чуть-чуть позднее, немножко. Да, смотри, тут земляники полно. Ну да. Да. Нет, это классное местечко. Так. Сейчас мы посмотрим. Посмотрим, что у нас там по погоде. Ну, сегодня 25 передают, обещают, но тут все 30, ребят. Все 30 градусов. Капец. Кстати, будет обзор на 15 Pro Max. Кому интересно, оставьте комментарий. Хочу обзор на 15 Pro Max. iPhone, который самый последний. Вот. Будет на GoPro. В принципе, у меня уже часть видео есть. Осталось еще записать немножко. Ну и, конечно же, на рыбалочку идут люди. Да, мы рады, наверное, пойдем, может быть, не знаю, посмотрим по погоде. Так что вот такие вот дела. Такие вот челегатные, что-то, блин, сокольский пляж, точнее. Хотел сказать, челегатный. Ну, челегатным такое место было тоже шикарно. Раздевалки и
скамейки и урны. На силикатном таком нет. Четыре раздевалки. Пляж хороший. Девки для лечей. Ну и взрослые тебя идут дальше. А девки тут. Ох, кайфово будет. Так что вот такие. Сегодня наш ветер, правда. Так что вот такие вот дела, ребят. Такой окольский пляж. Вот. Ну а мы вообще немножко посидим и пойдем домой уже. Поедем, так не домой. Да, товарищи, добраться отсюда. И убираться, конечно, проблематично. Ну, далеко идти. Это до остановки, ребят. Где-то плюс-минус 700-800 метров. Ну, где-то около километра, короче. Далековато идти. Вот. Ну ничего. Пройдем пешочком. Так, то вот такой сокольский пляж. Сегодня у нас всякого немножко впадает температура. Я прям чувствую, что прям похолоднее стало немножко, но все равно на солнышке плюс 27 где-то в данный момент. Всем хорошего дня, отличного тренинга, шикарных выходных. Всех там праздником 1 мая. 1 мая скоро. И там уже майские праздники пойдут. Так что всем пока-пока. До следующего видео. И все, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Дальше еще интереснее будет. Скоро начнется летний сезон. Купальный сезон тоже не начнется. Будем ходить купаться. Всем пока-пока.